Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Сегодня попробуем добраться до 20 ранга. Так, ну что? Естественно, беру своего ржавого разряда. Колода называется пробная. Я уже ей пробую, по-моему, второй сезон, да? Все никак не напробуюсь. Ну, если мне нравится она. Сделана она на спортивных зомбарях. Так, слушай, ну здесь, в принципе, неплохо все. Наверное, мы с тобой уберем вирус пока. Ё-моё, тогда вот этого. Ну, я не знаю. Да ёк-макарёк, ну что ж ты будешь делать? Ну, выдали тоже. Ребят, первого хода нет у меня. И второго нету. Только лишь третий появляется, это вот здесь вот. Спортивный галактический зомби. Ну что, будем выставлять его? Ну, к примеру, здесь поставим. Спасибо за тренера. Тренер нам пригодится, тем более за две энергии. Не четыре, а за две. Он, наверное, уже понял, да? Зеленая тень уже врубилась. Упс. Заморозка? Ты сейчас серьезно? Окей. Заморозка так заморозка, что сделаешь? Что бы нам с тобой сделать? Я могу, в принципе, позвать стража. А с другой стороны, если подумать, зачем мне страж? Хотя он нужен. Давай, наверное, сделаю лучше вот так вот. Раз и два. Так будет поэффективнее, наверное. Ну, естественно, у него заморозка будет. Куда же он без нее? Ну, а мы можем с тобой увеличить здоровье. Так, у него наверняка есть, который замораживает могилы. А у меня такой карты нету. Все зо... А, нет, сумоист. Сумоист у меня в могилке. Так, ну что? Он может горошину... Ох ты, о, смотри, что делает. Вытягивает карту. А зачем он, интересно, взял вот этого? Мне непонятно, если честно. Может быть, у него какая-то смешанная здесь колода? Такой вариант тоже может быть. 100% он выжидает, знаешь, кого? Он выжидает свою грушу, скорее всего. Скорее всего, выжидает грушу. Чтобы потом, естественно, использовать. Опа, видишь, что делает? Заморозочку. Естественно, этот долго не проживет, потому что мы с тобой потом его шлепнем вот этой ракетой. А вот кого он рикошет сейчас делает? Давай спортивного зомби. Ну, пускай даже так будет. Защита срабатывает? Нет. Так, минус. А здесь живехонькие. Вот что у нас есть. 3 и 3. Давай теперь посмотрим, что он будет делать. У нас есть ракета, еще раз повторяю, мы уничтожим. Если, конечно, он тут сейчас не начнет люто замораживать. Задумался, я бы тоже задумался, если честно. Так. Ага. Смотри, что творит, а. Ну что, друзья мои, бомбим. Ага, отлично. Поехали. Жалко, конечно, что этого уничтожат мне. Так, что у него там? Горошина по центру или заморозка? Вот что меня интересует больше. Ага, 5 единиц по центру. Я тебя понял. А вопросов у меня больше пока нету. Так, кстати, теперь можно сделать, в принципе, еще один варик.
Но я, наверное, сделаю вот так. Две энергии я оставлю для того, чтобы прикрыть либо нашего стража галактического, либо вот этого. Сейчас посмотрим. Рикошет. Кого он рикошетит? Его, да? Окей. Окей. Так, ну что, мы здесь с тобой сделаем следующим образом. Вот так вот. Погнали. Ага. Ага. Уничтожили, окей. Так, ну что. Еще раз у нас с тобой защита вышла. Так что давай сделаем вот так. Сколько нам нужно здесь? Две. Пока пропустим. Я просто хочу посмотреть, что он будет делать. Опять рикошетит? Окей. Опять рикошетит. Прокачивается. О, даже как делает, видишь? Ну что же, мы с тобой сделаем следующим образом. Так. И вот так. Ну что, погнали. Угу. Так. И вот так, отлично. Так, продолжаем. Ставим сюда. Ставим сюда. И ставим сюда. Хочется посмотреть, что у него там припрятано. Ничего. Так, бомбанул. Смотрим, кто здесь появляется. Отлично, гаргантюашечка. Гаргантюашечка, да? Так, у нас выпадает вирус. То есть сделаем с тобой следующим образом. Так. И вот так. Пропускаем ход. У него 100% есть заморозка. Я больше чем уверен. У меня есть вирус. У меня есть также... Опа. Смотри, что делает. Замораживает, да? Ага, прокачался. Такой довольный. Эх, дурилка ты, дурилка. Сделаем вот так. Ну, этот пускай там прокачивается. Хоть что там делает. Так, что там? Плюс один, плюс один. Давай сюда вот так поставим. Наверное, зря я это, конечно, сделал. Так, этого убрали. Здесь подбили. Вот такой вот расклад, друзья мои, получается здесь. Теперь делаем так. Делаем так. И, наверное, вот так. И плюс ко всему прочему. Так, у нас 3 и 3, да? Сделаем еще вот так. Хорошая карта выпала. Сейчас надо посмотреть, что он будет делать. Решил заняться заморозкой, да? Кого этого будешь замораживать? А этого? Допустим. Что дальше? Жалко, конечно, что вот этого заморозят мне. Но мы с тобой сделаем вот так вот. Отлично. Погнали. Заморозит, этот прокачается, естественно. Этот прокачается. Так, что у нас тут?
появится интересное. О, дэнс-площадка. Устраивает меня такой расклад. А ну что? Давай сделаем, наверное, подожди секунду. Подожди секунду, я, наверное, сделаю вот так вот для начала. А теперь вот так. Я думаю, это оптимальненький вариант для нас. Теперь будем смотреть, что он хочет увеличить. Кого хочет заморозить. По-моему, все. Никого он тут не увеличит. Ничего он тут сделать не сможет. У него всего 3 карты. Все он потратил. Поэтому, ребята, погнали. Тынц. И добивка. Все. Разговор был коротким. Не получилось у него поиграть на заморозках. Но мы с вами получаем 2 звезды. Даже 3. Ну что, пробуем еще. Пока ржавый разряд дает всем люлей, будем играть за него. Вспышка на солнце. Так, ну вот это вот, наверное. Блин. 2 сумоиста сразу, что-то как-то перебор. А с другой стороны, с какого фига перебор? Все было бы нормально. Вспышка на солнце. Сейчас посмотрим, что за колода. Что, на грибах, что ли? Ты серьезно сейчас хочешь сыграть на грибочках? Да, ну, не верю. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Ага. Так, ну мы его заберем, да, к себе? Мы его поставим сюда и уничтожим. Так, неужели ананас он хочет врубать здесь? Да ну. Хотя все может быть. Так, у нас есть с тобой флакон. Поэтому я, наверное, спокойненько здесь пропущу ход. Наносит 3 единицы урона, ради бога. Вот что он делает. Ну а мы с тобой применяем наш флакончик. Неплохо. Так, дальше что? Спортивный зомби. У него есть фруктовый микс. Он себе 100% сейчас его выбил с ягоды. Опа-на. Заменяет. Так, давай грибок сюда. Нет, туда пошел. Блин, он точно, ребята, хочет сделать миксовку. Хорошо, давай посмотрим. Так, у меня защита сработает? Сработает. Это мне пригодится. Окей. Так, ну что, мы с тобой поставим вот этого сюда. И смотрим, что он будет тут выдумывать. О, как. И кого-то сюда поставишь? О, даже кого. Окей. Так, у нас 2 варианта. Либо, ну, да, скорее всего, нам лучше сделать. Нам лучше сделать с тобой вот так. Поехали. Тынц, тынц. Так, теперь нужно будет хиляться, скорее всего, на следующий ход. Так. Ну, давай я сделаю вот так вот, фиг с ним. Допустим, и вот так. Теперь смотрим, что он там сделал. Так, наносит 4 единицы. Как скажешь. Как скажешь, парень. Здесь урон, здесь урон, да? Наверное, мы с тобой один грибочек раздавим на всякий случай, чтобы не мешался нам.
Погнали. Так. Так. Прокачиваемся. Какая интересная карта выпала. Давай-ка я вот сюда поставлю. Что там у него? Ага. Споровик. Я так понимаю, все? Споровик доигрался? Так, ну что, мы с тобой... Подожди. Ну да, можно сделать, наверное, вот так вот. Выгоднее. Опа, фараончик мне выпал. Поехали. Так, отличненько. Вирус. То, что я ждал. Ну, это дает ему две энергии. Мы с тобой поставим, наверное, фараончик сюда. Или как? Да, я поставлю сюда фараончика. Да, и кого ты там хочешь бомбануть? Его. Нет, ну конечно у него... Ага, вот что он делает. Я тебя понял. Я тебя прекрасно понял. Ладно, пускай у нас тут защита срабатывает. Мы еще сюда подхил сделаем, да? Вот таким вот образом. Поехали. Убираем эту фиговину отсюда. Окей. Так, у него, кстати, тоже защита сейчас сработает. И он наверняка сделает удар. Метеоритный, или как он там называется? Тю. А, нет. Зомби на земле получает минус один. Окей. У нас есть с тобой защита, не забывай об этом. Так что мы в любом случае сможем прикрыть нашу мумию. Если, конечно, у него нету чуть похлеще. Ну, видишь, антигерой ставит. И начинает плодить свои грибы. Это лишний раз говорит о том, что нам нужно... Что там? Еще и плюс два прокачивает. Видишь, что творит. Так, ну что? А, наверное, мы сделаем с тобой следующим образом. Вот так. И вот так. Поехали. Ну, допустим. О, как хорошо-то, а, друзья мои. Какой хороший гаргантюа нам здесь выпал. А еще под вирусом. Будет вообще лакомство. Так, смотрим дальше. О, спасибо большое. Пропускаем ход. Ну вот и все, вот и доигрался. На скрипочке. Так, давай. Зомбабу вот. Ой, вообще великолепно. Так, здесь мы кое-что с тобой заменим. Поехали. Раз. Так, в лицо еще получи, пожалуйста. И добивка. Вот так вот, ребятушки, мы с вами обыграли вспышку на солнце. Так, ну что, мы с тобой получаем 19 ранг, судя по всему. А я хотел дойти до 20-го. По-моему, мы очень быстро с тобой дойдем, играя за ржавый разряд. Ну, ты знаешь, это непредсказуемая игра. Может тебе выпасть такой чувак, который просто тебя разнесет в хлам. Особенно на быстрых колодах. Вот не люблю быстрые колоды, где там начинают вызывать маленьких всяких, да? А потом их усиливать. И буквально там за 3-4 хода у него уже весь стол. А ты как дурачок стоишь и не знаешь, что сделать тебе. Опять вспышка на солнце. Мне кажется, он сдастся. Почему-то. 6 уровня, наверное, будет сдаваться. Но это не точно. Так что расслабляться мы не будем. Так, соперник вытягивает статус. Слушай, нет, он сдаваться не собирается. Интересно. Очень интересно.
Так, ну первого хода нет, второго нету. Единственное, что вот у нас с третьего начинается все самое интересное. Вот об этом я тебе и говорил. Видишь, я начинаю раскачиваться очень долго. У меня идет раскачка. Первого хода нет, второго нету. На третий ход мы только выстоим. А если бы у него была быстрая колода, он бы мог уже здесь, ну, три чеки точно забить, три дорожки. Кстати, друзья мои, что там слышно про «Растение против зомби 3», третью часть? Когда она выйдет? Я помню, ее закрывали. И вроде как отменяли вот эту вот версию, которая была. Блин, вот это мне не нравится. 4 энергии, блин, получает, а? Давай я так попробую сделать. Будет прикрывать свой подсолнух, я тебе точно говорю. Только вот кем? Если что, мы тоже с тобой прикроемся через защиту. Да ну. Этого быть не может. Он решил сделать вот как. Меняем, ребята. Неужели эта колода тоже на грибах? Ну давай, допустим. Ну что мы с тобой сделать можем здесь? Давай вот так, наверное, поставим. Так, он задумался. Шестой ранг, не забывай. Мы играем против шестого ранга. Ну, этот у нас, да, группа поддержки. Он будет сам себе. Ну, это видно сразу, ребята, что... действительно играет шестой ранг. Хотя нет, ребята, есть у него что-то, да, в головешке-то? Что-то там шуркает, шуркает. Вирус. Ну давай сделаем вирус, так уж и быть. Хорошая карта, поехали. Первый урон 2. И еще 2 единички. Так, 16 хп у него остается. Плюс на следующий ход у него срабатывает защита. Нам выпадает вирус, плюс прокачка 3,6. И мы с тобой можем сделать вот такой трюк. Если он не убивает мне зомби в шляпе, мы получаем еще 2 энергии, после чего мы можем с тобой либо поставить защиту на него, либо заюзать вирус. По поводу вируса я, наверное, больше склонен. Потому что так мы с тобой имеем плюс 1 к здоровью, плюс 1 к атаке. И бомбить без остановки. Ну, как бы бомбить. Если мы уничтожаем, мы пробиваем дальше, да? Но он задумался. По-моему, он все решил сдаться. Нет! Не сдается, ребят, наш горный варяг. Но опять же повторю, не забывай, что у него здесь... сейчас сработает защита, да. 3 единицы в лицо сейчас зарядит. Ну что ты там задумался? Минус 2, минус 2. Вот как делает. Я считаю, что вот это было глупо. Так. И остается у тебя 9 здоровья. Тут я даже не знаю, ребят, я, наверное, пропущу ход. Если ему всего лишь 9 единиц урона нанести, то у нас практически все это есть. И я хочу просто использовать заклинание. Получить себе 3 карты. Бесенка, зомби и гаргантюа. Если, конечно... опа! Двойную грушу делает. Блин, тогда... нет, хватает еще. Так, одну грушу мы перетягиваем. А, даже 2. Ну, тогда у нас и сюда хватит. И куда еще сделать-то? Я даже не знаю. Давай вот так вот. В лицо, что ли, ему зарядить?
Поехали. Ну все, тут крышка, ребята, понятное дело, да? Раз. Два. И в лицо пятерочка. Бумс. Вот так вот. Ну и что же, получается, что мы с тобой на 20 ранг перелетаем, что ли? Да. Повышение. 150 гемов еще в копилочку падает. А вот, ребята, с 20 ранга начинается тягомотина. Потому что мы будем получать всего лишь по одной звездочке. И за проигрыш у нас эту звездочку будут отнимать. Вот так вот. Но все равно здесь будет попроще. Слушай, подожди, а нам точно будут отнимать? Тут, по-моему, за две выигрышных победы будут давать две звездочки. Что-то такое, я не помню точно. Дает мне 29 ранг. Это у нас капитан Огонек. Пенек. Это я, наверное, уберу пока. Вот. Вроде бы как неплохая, да? Первый ход есть, второй есть. Есть третий и четвертый. Вообще идеально, грубо говоря. Так, пень задумался опять. Пенек задумался. Блин, вот сердце, это, конечно, не самый лучший вариант. Опачки. Видишь, что он делает? Ягоду. То есть, скорее всего, у него здесь фруктовые колоды. Мне почему-то так кажется. Могу ошибаться. Ну что, сумоиста позовем? Сейчас он сюда кого-нибудь поставит. Прямо напротив сумоиста. А может... Ну да. Набирает микс ягодный. То есть у него уже две ягоды есть. Взрывные. Что он там хочет сделать? Я не знаю, ребят. Но что-то нехорошее это точно. Так. Давай вот так сделаю. Ну я же тебе говорил. Я же тебе говорил, что он будет миксовать. Погнали. Допустим. Теперь-то что? Вот так, у него клубника, да? У него сейчас будет, он сейчас этого, наверное, взорвет. Скорее всего. Чтобы не давать мне две энергии. Опачки. Видал, что он творит? Ну что, будем защищаться тогда? Поздно уже защищаться, ребята. Поехали. А, у него еще сработало. Нет, не сработала защита. Окей. Тут мы, конечно, наполучали, да? Звездюлей по полной программе. Слушай, у него уже микс, наверное, будет. Давай сделаю так. И сделаю, наверное, вот так. Сейчас посмотрим, будет миксами, наверное, бомбашить, скорее всего. Максимум, что я могу сделать, это захиляться. Сейчас, если клубнику выставит и начнет фруктовыми этими бомбить, это будет плохо. Это будет плохо. Опа. Так. Ладно, этого бомбанем, этого бомбанем. Но у него не забывай. Слушай, чего у него так много карт? Поехали. Срабатывает, да? Сейчас может поставить что угодно. Может, как там, двойная атака, да? Что-то ничего не стал делать. Все это почему-то придержал. Для лучших времен, что ли? Да. Не есть гуд на самом-то деле. Угу. О, как делает.
Твою дивизию. Но этого ладно, этого я подобью. Но мне-то от этого не проще. Так, давай посмотрим, кто у нас тут появится, во-первых. Угу. Вот так вот, да? Теперь бомбанем сюда, значит. Да и все, пока. Угу. Так, это нам карта пригодится, наверное. Снежный Йети улетел. Так, ну что, сумоист плюс Йети. Пока все. Да, на ягодах, конечно. Что он там делает? Опа. Че, ребята, этого хламуна надо сюда вытягивать. Надо вытягивать сюда. Так. Подожди-ка, что мы с тобой можем сделать? Мы можем, в принципе, атаковать его, да? Раз. И два. Погнали. Так, убрали его нафиг отсюда. Ну, потеряли Йети. А этот у нас только сверху, да? Пропускаем ход. Он сейчас кого-то поставит сюда, клубнику. Так, это сейчас начнет бомбашить и набирать карты, да? Вот об этом я тебе и говорил. Так, и сделаем, наверное, вот так сейчас с тобой. Погнали. Угу. Так, ну что, мы с тобой ставим сюда. Не забываем, что у него есть микс. Микс, ребята, он опять клубнику сейчас может поставить, и она начнет тут дерибанить. О, как! Гляди-ка. Так, ну, во-первых, сделаем вот таким вот образом. Во-вторых, сколько? Вот так вот, да? Фиг с тобой. Так, 6, 4, 10. Всего лишь 10 урона. Поехали, так. Одна единичка здоровья. Ну что, теперь давай смотреть, кто кого. Угу. И поставим с тобой стража. Сейчас в данный момент все решается, ребят. Вот так вот. Очень даже миленькая. То есть он понял, что бомбить бесполезно. У меня там сработает защита, да? Все-таки секет потихоньку, секет. Так, ну что? Да, ребята, мы когда не проигрываем, получаем 2 звезды. Потом проигрываем опять по 1 звездочке и так далее. Ну что, давай еще, наверное, последний поединочек сыграем. Посмотрим, кого тут нам сейчас поставят. Мы, кстати, с тобой победили сейчас только что 29-й ранг или 27-й был. Ну, то есть мы его порвали. Ну, давай, давай, быстрее. Как долго идет поиск, а? То есть мне не могут найти нормального... Как тебе сказать? Нормального игрока, который может противостоять мне? Вы, конечно, можете. Так, ладно, ждем. Твою налево, только откинулся и... Уже пришел. Четвертого... Почему не дают? Ладно, четвертого так четвертого. Ну а что, ребят? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, да вы что? Ну что вы опять надавали мне, а, господи?
Ну хорошо, что хоть такая заклинашка есть, которая меня может здесь спасти. Пенек. Неужели на горах острелах решила сыграть, а? Опа. Чё за выкрутасы, друзья мои? Так, я пенёк-то уничтожу, это понятное дело. В плане. Я еще даже ничего не сделал, друзья. Почему он сдался? Странный малый, конечно. Я ничего не поставил. То ли он догадался, что ли, я не знаю. Ну, короче, я хотел валуном уничтожить пенек. Ну, а дальше ты сам понимаешь. Все пошло бы идеально. Там бы он начал выставлять на двойной удар. Хотя, если бы он поставил, который в три стороны бьет, тут даже, извини меня, если бы и без пенька неплохо бы наносил дамаг. Опять мне дают 29 ранг, и это у нас вспышка на солнце. Так, ну вот это вот перебор, я думаю. Это вот тоже перебор. А вот так, в принципе, зайдет неплохо. Опять сердце дали. Опа, вот так вот, прикинь, с лету. Мало того, что он энергию им дает, еще и урон мне нанес. Лихо начал парень, да, смотри-ка. Хорошо, давай вот так попробуем. Ну, естественно, он понял. Естественно, он, ребята, понял, что здесь что-то стоит. Так. Зачем я вот это сделал, скажи мне, а? Зачем я убрал вот этот вот? Можно же было ему звездануть? Можно было бы. Так, три энергии. Ну что? Как тут лучше сделать? Как тут лучше сделать? Фруктовый микс у тебя по любасику есть, я больше чем уверен. Поэтому, наверное, я сделаю все-таки вот так. Опа! А вот это называется шикандос. Опа-на. Что-то, ребята, он тут активно так. Давай, наверное, вот этого сместим сюда. Поехали. Так. Бумс и бумс. Ну, а теперь наш спортивный коллега выходит. Вот так. Зомби получает минус 2, минус 2. Окей. Это все? Это все. Да ё-моё. Ты посмотри, а, что творит. Так, ну что, будем с тобой? Угу. Ну, я пока пропущу ход. Что он там делает? Наносит 2 единицы урона, окей. Тыч. Дальше что? 3 единицы урона, окей. Тыч, все? Нет, наносит 3 единицы урона. О, смотри, что делает жучара. Так, ну а мы сделаем, наверное, следующее. Вот так вот. Норм. И вот так. Замечательно, поехали. Пумс. Пумс. Теперь наша очередь веселиться. Так, выставляем этого. А как лучше сделать? Ну давай вот так вот, наверное, сделаю. И вот так. Опачки, тыква. Тыковка, да, значит? Сделаем так. Поехали.
Допустим. Ага. Так. Замечательно. Если это можно назвать замечательно. Это дает ему энергию. Пропускаем ход. Уничтожает зомби. Как скажешь. Все, да? Погнали. Сделаем вот так. Да и пока все. Давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Угу. Так, далее делаем с тобой так. Пять. Или вот так лучше. Как тут сделать-то лучше? Давай вот так вот. Хочу посмотреть. Восстанавливать здоровье, да, этому шитику. Ох ты, ох ты, ох ты, что делает? Смотри, так, нам надо вот этого, наверное, куда? Сюда переместить, сможем? Сможем. Так, теперь погнали. Так, этого уничтожаем. Дальше что мы с тобой сделаем? Сделаем вот так. И пока все. Хочется, хочется. Так, он восстанавливает себе здоровье, как только может. Пытается всякими путями. Так, уничтожает мне зомби. Твое дело, парень. Уничтожаешь, так уничтожаешь. Сумоиста мы... Хотя... Ну давай сумоиста превратим в кого-нибудь другого. Просто хочу посмотреть, кто выпадет. Опа. А если смысла нам сюда нету? Его все равно в любом случае завалит. Здесь мы сделаем вот так вот. Чик. Ну и поехали. Бумс. Так, кто у нас тут появится? Мне хочется просто посмотреть. Ой, как хорошо. Правда, поздновато он появился. Ну да ладно. Теперь смотри, что сделаем дальше. Делаем так. Делаем так. И делаем вот так. Смотрим на его реакцию. Понятно. Реакции не последовало. Ну и что ты там вытянул? Покажи, пожалуйста. Все зомби на земле получают минус один, минус один. Ну что, у меня вирус. Ребята, вирус решает. Это у нас Параситикс. Параситикс. Может быть, Паразитикс? В общем, паразит был какой-то. Это ты хорошо придумал. И вот это тоже, кстати, хорошо. Так, вытягиваешь карты, прокачиваешь своих свеколок. Нисколечко этому не удивлен. Абсолютно. Все зомби на земле получают минус один, минус один. Не удивлен, опять же, ребята. Опа, грибочек. Опа, еще грибочек. Все. Дай вирус, пожалуйста. Все, он сдался. Он подумал, что у меня там дофигища вирусов. И, естественно, ему здесь ничего не светит. Ну что, ребята, мы перешли с вами в 21 ранг, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Да. И на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!